Нет хозяина, нет и контроля. Много лет побережье Свияги в микрорайоне Мостовая было брошено. Местные периодически устраивали субботник, но мусор появлялся снова. Уж больно берег любят веселые компании. Но теперь усилия мостовчан напрасными не будут. В Министерстве строительства передали участок земли в 27 тысяч гектаров в аренду ТОСу «Мостовая Слобода». Здесь хотят оборудовать пляжную зону для всех ульяновцев. Новое место отдыха может стать отличной альтернативой старому пляжу напротив аквамола, который за работ по строительству развязки закрыт на 3 года. А территория чем хороша? Во-первых, в районе 3 гектара земли, которую нам передали, есть хорошая асфальтированная площадка, где есть электричество, есть вода, где можно сделать хорошую парковку. А дальше уже машины люди поставили там, а здесь уже могут дальше прийти на полноценно отдыхать. Арендованная земля находится почти в центре города, ходит маршрутка, да и виды живописные. Поэтому сейчас для активистов главное убрать весь мусор и начать обустраивать набережную. Этим займутся в ассоциации территориальных общественных самоуправлений. Сейчас это место сложно представить как комфортную зону для отдыха, однако совсем скоро именно здесь может появиться новый пляж для ульяновцев. Есть идея разделить берег на несколько зон, установить шезлонги, оборудовать площадку для волейбола и комфортную парковку. Но прежде предстоит много работы. После уборки мусора на берег планируют завести песок. Спасатели-водолазы исследуют дно реки, вытаскивают мусор, чтобы отдыхающие не поранились. Глубина в этом месте небольшая, но дно застилает толстый слой ила. Мы занимаемся очисткой Свияги, подготавливаем почву для нового пляжа. То есть наша задача сейчас проверить дно. На данный момент мы сегодня нашли эту монтажку, которую завтра, скорее всего, будем выпиливать. Территория, в принципе, пригодна будет для купания после нашей работы. А глубина порядка 2-2,5-3 метров. На следующий год намечены работы по расчистке русла реки Свияги в этом месте. Серьезным преображением зоны займутся уже после них. При этом все-таки небольшая зона для купания появится уже в этом году. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.